you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Унтан на серии Nave Times RP. Итак, друзья, сегодня, как я обещал, у нас видео с вебкой, вы набрали 28 лайков примерно, и я решил вот снова записать с веб-камерой. Это просто охуенно. Конечно, как я говорил, качество не очень, но зато с вебкой. Это на самом деле круто, мне виднули админку. Да-да-да. Давайте сейчас погоду изменим. Во. Так будет покрасивее, думаю. Вообще четко я выставил все настройки, кстати, на максимум. Вот сейчас. Графика, вот видите. Выкрутил, не знаю, может лагать будет. Сегодня мы будем обновлять наш таксопарк. Давайте 30 лайков, 30 лукасов. И новая серия тоже будет с вебкой. Тоже будет с вебкой. Так, что бы нам взять такое? У нас на самом деле немного машин, как вы можете заметить. У меня сколько денег? 48 лямов. Окей, Бугатти. Давайте Иксенка возьмем, что делать еще так. Я на нем не ездил, тем более, хрен знает сколько. Я, по-моему, вообще на нем не ездил. Так, а что там по чипам у нас? Ламборгини, Эволюшн, БМВ. Ёпта. Ёпта. Не, это перебор на самом деле. Так, загрузка. Слива. Это тоже полный шлак какой-то. Но у меня нету для чипов. Ну ладно, так поедем туда. Думаю, тоже неплохо будет. На чипе Валилова ехать. Неплохо, да? Так, а что нам нужно купить сегодня, во-первых? Что-то мой дом отображается на карте. Нихера себе. Это прикольно, на самом деле. Так, может, что-то продать надо? М5, Е39, Lexus. Блин, я даже не знаю. Давайте съездим сначала в салон элитных машин. Посмотрим, что у нас там находится. Я заодно сейчас чекну, что у него в банке там происходит. Так, тихо. Аккуратно. Это я проеду, чувак. Спасибо. Ладно, погнали, сейчас посмотрим, что у нас по штрафам, оплатим их. Хотя, сейчас я все равно платно их получу, но ничего страшного, я думаю, в этом нету. Так. Что по вкладам? 3 дня осталось, у меня будет лям 400. Но в банке мне лежит 85 миллионов. Давайте снимем. 50 миллионов снимем. Раз, два, три. Я думаю, этого хватит на машины. Может быть, чего-то сегодня и продадим. У меня, кстати, есть такой Lexus, как у чувака. Блин, я хочу что-то на блатах, блин, но... Так, стоп. Починить. Во, все. Так, можно ехать теперь в элитный автосалон. Но думаю, там ничего нормального не найдем. Я там вроде видел что-то... Ух ты, бля. Ух ты, ёпта. Это было красиво. На самом-то деле. Это было красиво. Ну ладно, ничего страшного, так. Заедем давайте сюда. У него чувака упер, да? Так, что у нас тут есть? Вот для Феррари 80 миллионов. Вот у меня ее никогда не было. Я не знаю, брать ее или нет. Для Феррари. Тяжелый выбор, блин, давайте лучше подумаем. Сейчас только что белый экран был, я не знаю, что-то при переходах интерьера у меня что-то белая вебка, точнее, а не экран. Блядь, чувак проедет нахуй, встал, блядь, посередине дороги просто. Давайте на Булрынок съездим, посмотрим в первую очередь, что у нас там находится, а потом уже, может, для Феррари купим. Ну, 8... Блядь, извиняйте, что-то у меня отрыжечка пошла. Непонятно за чего, конечно, извиняюсь. Так... Бля, это заебали эти штрафы, пиздец. Туда Феррари поехал. Я, конечно, не очень люблю эту Феррари, но, блин, можно было бы купить ее, на самом деле. Можно было бы ее купить. Подам дом на 20 дней, 48 миллионов, ставьте плюс. 48 миллионов дом, блин, ну я уже, когда, наверное, получу свои 140, свой миллиард 400 миллионов, уже тогда, может, дом себе куплю. Сколько у меня, кстати, мест? У меня...
25 мест. Ну, такое. У меня дом где находится? По-моему, на Вайнвуде. Да, на Вайнвуде. Блять, мой дом находится. Сейчас бы пальмы ломать. Это было бы, конечно, круто, да? Пальмы ломать. Надеюсь, меня не сильно лагает. Вебка могла поначалу лагать, а так не лагает. Так, ничего не надо. Автоваз, Вертолет. Чё, блядь? Можно купить вертолет? Вы серьезно? Я ж этого давно хотел, ёпта. Ауди. Это, по-моему, чья-то Ауди. Чё, и в натуре можно вертолет купить? А насколько он стоит? Я хочу просто посмотреть. 45 лямов вертолет стоит. Бля. А нахуй мне нужен? Лучше уже, когда бабки внутри получим, тогда уже будем покупать что-то. Так. Аксенка можно убрать. А чё у меня тачки все перевернулись вверх ногами? Ладно. Вот Е39, да? Починить. Заводисты. Вот красивая тачка, кстати, блин. Ее я продавать не хочу. Так, Lexus. Вот Lexus можно продать, кстати. Да я давно его покупал. Его можно и продать. Так, продать. Нет. Так, вот, БУ продать. Все. Спасибо. Я получил за него 4 ляма. А, Range Rover. О, Range Rover я оставлю. Вот это Mercedes сейчас за Е50. Так, кипо. Не, этот Мерси я оставлю. Однозначно. Порш Панамера у меня тоже есть. Я его тоже оставлю. Этот Мерси я продам. Продам его нахрен. Пока что он мне не нужен пока что. Так, продать. Да. Мне он пока что не нужен. И сколько у меня осталось? 19 мест. Range Rover SVR, точнее. Давайте поставим его чип. Вот так, сохранить. Нет, загрузить. И Валилова. Во. Вот. Теперь это настоящий SVR. Кстати, скажу, я по бизнесу там. Так, Ferrari какая-то. Так, починить. Все. Ух ты, блин. Что-то я разучился, малёха, ездить вон та. Это тут мой бизнес, я не помню, где именно, по-моему, вот этот. Нет, значит этот. Не, стоп, что-то я вообще не туда смотрел, стоп. Ну, вот это мой был, я просто не там читал. Да, вот. 4 миллиона 800. Управление, изымать. Ладно, сниму уже, в принципе, ничего страшного, думаю, в этом нету. Сниму свои же деньги, так. Спасибо. Все. Теперь у меня, 100 миллионов, грубо говоря. Что же можно купить? Такое. Поехали в BMW посмотрим. Что там есть? Ух ты, блин, как ее колбасит. Это, конечно, бля, угарно. Только я так могу есть. Спасибо большое. Ну, я думаю, я уже здесь выйду, короче. Потому что на таком чипе ехать... Ладно, я там на этом, на чем, на Ригере, на этом чипе еду. Это на джипе каким-то ехать. Это, конечно, жестко. Так, М3-92. Короче, мне нравится мне этот кузов. М3-92. I8. Ну, по-моему, была I8, я продал, по-моему, да? Нет. Я продал свою I8? Нет, не помню. Мне это все пока еще купить.
У нас что, 10 лямов? 10 миллионов, да? Ладно. Так уж и быть. Уговорили. У меня что нет, да? BMW i8. Нет, у меня такой машины нет. У меня такой тачки нет, окей. GTR у меня есть мой. Ну, вот этой тачки у меня нет, это хорошо. Так, давайте такой чит на нее поставим. Только чуть подвесочку поднимем. Так. Нет, это стоп, это не то. Это пусть так будет. Так, подвеска. Блин, тут подвески такие дебильные. Во. Во, во. Вот это оно. Надо будет на него потом блаты воткнуть. Вот это оно, я понимаю. Её ты снимаешь. Обмен. Чат. Вот. Да. Да, снимаю. Как бы админы не писали. Все, поехали. Это ебашит, конечно, блядь. Жестко прям. Мне бы вот эта i8 понравилась. Даже понравилась. У меня 89 миллионов осталось. Что делать? Едем за этой, блядь. Для Феррари. Едем же для Феррари. Ты снимаешь сюда в чат плюс. Напишем чат плюс. Так, поехали. Ебать, она валит, пиздец. Космос. Я не знаю, что это за админ вообще, я без понятия на самом деле. Просто ему ответил. Так, поехали для Феррари купим. Не знаю зачем, но ладно, давайте купим. Я давно ее хотел купить. Она-то мне как бы не нравится, но, возможно, я поменяю о ней свое мнение. Но это не точно. Так. Сейчас мы купим для Феррари. Так, для Феррари. Цвет. Я хочу такого цвета. Купить, ёпта. 80 миллионов. Да похуй. Да. Садись, мой родной. Для Феррари. Че, как ее открыть там? А, вот. Как ее там открыть? Открыть. Во, все. Теперь надо чип поставить на нее. Ригера 3. Блядь, на номера деньги не остались. Хреново. Сейчас поедем затюним их тогда. Так, телевизор. Подвеска. 0,5. 0,5 это хуйня полная. Единичка. Единичка более-менее. Что он пишет? Он вообще что-то пишет, я просто не вижу. Ёбаный. Бля, тут чип от Вегера и так подходит этим всем тачкам гоночным. Просто валит по-дикому. Реально. Просто наваливает жестко. Фу. Просто жесть. Сейчас мы заедем, протюнингуем эти тачки. И эту BMW и эту тачку тоже. Феррари, для Феррари. Но она мне не нравится, я уже говорил. Так. Цвет я менять не буду. Вот колеса. Колеса, колеса. Что на нее поставить? Блин, даже не знаю. Что-то надо такое хорошенькое. От этого. Так, ширина, развал, размер. Размер. А, вынос. Развал будем делать. Развал. Немного сделаем. Ну и нажимаем принять. Оно выйти. Надо просто поднять чуть-чуть.
Так вроде бы нормально, да? Только надо развальчик чуть побольше. Так, цвет дисков. Какие можно диски покрасить? Черные. Да не, белые нормально смотрятся. Так, колеса. Обратно что-то вебка выебывается, когда такую хуйню делаешь. Так. Надо еще и завалить. И будет идеально. Во, все. Теперь четко выглядит вообще. Мне нравится. Теперь надо i8 сделать. i8. Хотя она и так неплохо выглядит, но нужно ее покрасивее сделать. Колесики. На нее по-любому мы поставим мои любимые восины. Это по-любому так. Нет. Длина. Развал. Вынос. Еще развал. Так. Снять. Что у нас получилось? Какая-то бабуня, да? Так. Обратно не то нажимаю. Колеса какие-то большие, чем мне кажется. Надо пошире их сделать. Так. Цвет. Колеса. Может чуть поменьше надо сделать и развал побольше. Принять. Цвет колес может какой-то сделать. Во. Так вообще четко будет. Вообще красота. Там происходит у них, ёпта. Вот это красота теперь вообще. Вот это теперь смотрится нормально. По-пацански вообще. Вот теперь мне нравится эта тачка. Ух ты, бля. Ух ты, ёбаный свет. Ну это МТА, чуваки, это нормально. Вообще нормально. Что, думаю, что я фейк или мне показалось там в чате? Оп. Тихо. Собака, блин. Ай. Джетпак возьмем. И из воды. Вообще четко. Ну ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Повторяю, 30 лайкосов. 30 лайкосов. И новая серия тоже будет с эпкой. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.